Глава района Федор Бабенков провел свой рабочий день в поселениях Темрюкского района. Вместе со своими заместителями, а также главами поселений, руководитель муниципалитета объехал территории с целью контроля санитарного состояния и подготовки населенных пунктов к майским праздникам. Первым отчет о проделанной работе по благоустройству и наведению санитарного порядка держал глава курчанского поселения Виктор Гришков. К майским праздникам здесь подготовили центральный парк, скошенная трава, деревья обрезаны и побелены. В Темрюкском городском поселении особое внимание сегодня обращено на мемориал воинской славы по улице Бувина. Сейчас здесь ведется косметический ремонт и уборка памятника. В Голубицком поселении полным ходом ведется подготовка к курортному сезону, активно занимаются благоустройством общественных территорий. Участники объезда проехали по гостевым улицам, посетили пляж. Глава района поручил ускорить работу по подготовке к летнему периоду и уборке территории. В Ахтанизовском поселении подготовку к летнему курортному сезону начали с уборки пляжа в поселке Перед. Глава района дал достаточно высокую оценку его санитарному состоянию. Как рассказал глава Ахтанизовского сельского поселения Сергей Суслов, в планах обустройства прогулочной зоны в районе центрального пляжа. Набережная частично может быть. Я говорю, мы свет сюда заводим, в планах как бы даже те же фонарики, лавочки. Давайте предложение, проработайте с общественностью, посмотрите, что как можно. Как будто зона. В Фондоловском сельском поселении, где также расположен один из самых популярных у туристов поселков Кучугуры, подготовка к летнему сезону протекает достаточно вяло. Бутылки, это что? Ну, это уберем. У вас уже люди мы на пляже. Уберем, мы все не успеваем. У нас здесь убирает в основном население. Эта зона должна быть благоустроена в виде набережной. Но не набережной назвать нельзя. Смотреть где, рождать эскиз, обсуждать опять же с бизнес-сообществом, с общественностью, делать хорошую благоустроенную зону для отдыха, для отдыхающих. В ходе объезда по территории Фонтоловского сельского поселения особое внимание также было уделено работе торговых точек и ярмарок. Для всех должны быть понятные законные условия, для всех одинаковые. А не так, как одних мы загоняем на конкурс, а рядом стоит ярмарка, которая практически за даром. Вот еще глав всех предупреждаю, я вам на планерке об этом говорил, прекратите играться с этим. Не услышите меня, будут уголовные дела, я вам обещаю. Запорожское сельское поселение, хоть и самое большое в районе по количеству населенных пунктов, но чистое и ухоженное. Во время объезда по району руководитель муниципалитета отметил, что и в станице Запорожской, и во всех поселках проведены обкосы сорной растительности, побелены деревья и бордюры, что в целом создает приятное впечатление ухоженности.